Экономкой, да, сначала стал маленьким, стал очень больше. У меня так просто стояли вот эти, да? Да, можно было просто шары не ставить, потому что они, наверное, как фильтр, да, еще пыль. Да, они, наверное, отбирают много света. А этим, да, это ничего не случится. Нет, ничего. Так это дело в влажности. Вот эта штука, наверное, много... Ну, какая. Она забирает свет. Вот. Видишь? Свет оно гасит просто. Согласен, но я больше переживаю за сырость на потолке. Так сырость здесь такая внутренняя, то есть она есть, то есть ее от плафона не спрячешь. Вот саму сырость, она везде. То есть и внутри есть там с колбой, без колбы, все равно. Все равно, а если стоит шарик, то от подавания. Да, у нас 3 года некоторые работали без проблем и устроили. А полив такой, что сверху поливают, то есть прямо на лампы. Они же не нагреваются сильно. Нет, вот такой тут туман. Лампочки и леча, они лопали сразу. То есть только вода попадала, да. Они горячие сразу взрывались. А вот эти все равно. Там бывало, что если испортится, то выкручиваешь, то уже плафон просто сам, ну не плафон, а вот эта железка внутри, то она просто ржавая была, красная. Я о чем говорю, что вот она не нашивает. Ну и безопасность.